территории полицейского участка почему-то растет юбка. То есть можно чуть-чуть пособирать, побегать. Не знаю, каким способом, но все-таки в коллектор росы зимой роса каким-то образом собирается. Так, за задание третьего уровня мы получаем двухстволку. Наконец-то! Наконец-то двухстволочка, причем третьего уровня. Одобрямс. Так, что у нас по работе? Все далеко. Вот это тут можно, конечно, не все чистить. Мы попробуем на велике туда-сюда метнуться. И инвентарь. Что у тебя появилось? Сырое мясо, чили, кастрюля, гриль. Кузнец. О, рабочие станции. Вот это покупаем. Переработки, ножевик. Мир винтовок. Пистолет. А, ну, как бы уже нашел я такую, да? А, ну, пока... А, патроны для дробовика. А в чем разница? Для двухстволочки нашей. Ага, хрен ты. 4000. Нет, спасибо. Больше у тебя мы... А, продадим, кстати, вот эту. И вот эти вот штучки продадим. В общем, больше у тебя ничего нету, да? И в автомате мы купим что? То... А тут тоже ничего нету. Ну, в общем, поедем выполнять задание. Кстати, заедем еще вот в это вот место, в мотель. Тут тоже у нас есть автомат. Да, и здесь можно купить даже удачи. И... Все, в принципе, тут ничего больше нету. Можно еды маленько. Хотя нет, еда нафиг, у нас есть мясо. Ну, поехали. Так, мы на месте. Оказывается, тут тоже целый город есть. Причем недалеко от нашего. И судя по зданиям, покрупнее будет. Надо будет съездить сюда отдельно, потом без задания осмотреться. Посмотрим, что мне из этих стендов выпадет. Как-то запчасти какие-то. Да, это запчасти кувалда, короче. Ничего тут интересного нет. Посмотрим, что у нас будет с того запасника. Залутаем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, еще за него побиться надо будет. Так, отступаем, отступаем. Вот это, на тебе, с дробаша. Бать там их, а! Благо, с дробовиком чувствую себя этим кунгаем просто в голову. Залп картечью, никто не выдерживает. Просто с одного выстрела разваливаются. Шикарная вещь, шикарная. Так, теперь мой лутецкий. Вскрываем эти ящички. И волнительный момент такой. Еще он тут чемоданчик взломаем. Давай. Заюзал я заранее отмычечки и увеличение лута. Посмотрим, посмотрим. Там патрон, куча россыпи. Ага, если бы оно было на самом деле так. Я бы тут не бегал, не бомжевал с топором. Что тут у нас? Кожаная нагрудник, шикарно, кислота, инструменты, два бинта, ну неплохо, неплохо, пульки, ничего особенного. Ух ты, броня есть, транспортные средства, луки, ерунда, запчасти, электрические компоненты, я так и не понял, на что они влияют? Ну, пусть будут так. А, понятно. Да, роботы какие-то. Лампочки зачем-то нужны. Непонятно, если честно. Ага. Дробовики. Почетно. А, повышает отдачу. Что такое? А, типа очередь с отсечкой. Ну, понятно. И аптечка. Ну, в общем, неплохо. Отбился от орды тут, на которую он откусил, выходя из участка. Ну, посмотрим, что тут в сумочках. Книжечка, патроны, кровь и... О, каска. О, наконец-то. Тут заберем сказки и модификации и снимем фонарик. Фонарик мы засунем себе вот в эту вот. Модификации. Как раз есть место. Замечательно. Теперь у меня есть налобный фонарик. Где он? О, шикарно. Съездил до ящика.
Что у нас тут дропнулось? Роботы. О, блин, я его разломал. Лошара. Дробовики. Винтовки, автоматы с трубы. И здесь что это такое? Открыть. Что-то непонятно. В общем, лутаем все, блин, сломал книжку на роботов. Ладно, думаю, за ночь доеду до торговца, да сдам ему задание. В общем, пока ехал, наткнулся на какой-то лагерь. И почему-то там вверху отображается ящик с дропом. В общем, сейчас залутаю лагерь и пойду посмотрю, что там есть. В лагере нашел первые свои антибиотики, которые лечат инфекцию. В общем, когда я подъехал, груз почему-то начал падать. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Кофе, броня, фермерские навыки изготовления. Дробовики. Копья. Инструменты. Двухстволку смогу крафтить. Каменное копье. Так. Вот это мы сразу вставим в броню. Модификация. Нагрудник кожаный наш. Так, что-то еще. Кофе. Положим кукурузка. Муку выкинем. Делянки это на базу отвезем. Нашел, кстати, рагу бродяги, которая дохренелен всего восстанавливает. Еще дает бонусы офигенные. Ну, поедем сдавать. Тут осталось-то. Фиг да нифига. И за задание мы получаем стальная кирка, модификация индивидуальности. Стальную кирку берем, конечно. Это нифига себе, третий уровень. Это, считай, следующий уровень. И еще почти финальный этот. Да, там получается еще два уровня. Я пятого уровня максимально видел. Слушай, шикарно. Что у вас по работе есть? А что так все далеко? Давай нашествие возьмем. Что-то далеко нас посылает. Походу надо переезжать уже в другой город. В общем, будем зачищать мы какую-то заправку. Что, можно топливо налутать? Да, топливо разобрать, если тебе. Ух ты, слитки стали, нифига себе. И железо с этих заправок. Слушай, мы тут поразбираем немножко. Какой-то зеленый радиоактивный зомби, что ли. Первый раз такого вижу. Причем, блин, проламывают они все сильнее и сильнее, все быстрее и быстрее, блин. Дробовик пока дает с ними разобраться, но патрон на него катастрофически не нашли хватает. Зараженный тайник. Тут бита, ну, патронов немножко, дробь для дробовика есть. Надо как-то посмотреть, из чего делаются вообще патроны для дробовика. Пусто, пусто, и книжка, которую знаем, это все есть. Класс ящика, чё? Да, как-то не густо нынче с лутецким. Да, то есть все, больше ничего нету. Ну, с другой стороны, мы не сильно и запаривались. Так, а как туда попасть? Может, на крыше что есть тут? Нифига нету. В общем, взял задание на зачистку принести, но не поеду туда. Буду готовиться к кровавой луне. Сегодня 20-й день. А я в прошлый раз даже сзади не успел подготовиться, так что начну заранее. Блин, думал, это просто какие-то камни серого такого коричневого цвета. А отсюда, оказывается, можно добывать железо. Типа месторождения каких-то. Надо будет посмотреть, какие еще встречаются, потому что я разные там видел. И какие-то белые образования, непонятно чего, какие-то темно-синие, что ли. В общем, часть ресурсов можно типа из жил добывать, а я думал, надо всякие эти машины раскручивать. И вот и кузница готова. Что тут есть? Гвозди, а вот слитки всякие, цемент, латунь, заборы, какие-то железные, стальные, да? Вот у нас пули и дробь, эти гильзы, гранаты, капсули. Ух ты, что-то есть. Гриль, кастрюля, наковальня. Ага. То есть крафт. Здесь пульки всякие. Так, а где брать? А где она? Блин.
Где брать порох-то? Надо посмотреть, как порох изготавливается. Так, начинается у нас кровавая ночь. Блин, сломал ногу, все упал. Что будет не очень приятно. Не успел даже за полтора дня достроить базу. Где-то ломится, один не пойму. Но не тут точно. Не тут же, да? Нет, тут. Значит, сюда можно коктейльчик зашвырнуть. Блин, опять! Кофе, кофе, пить, пить, кофе, кофе, пить, пить. Да, кофе потушили себя. Надо было, блин, доломать лестницу. Не искушать их. Что-то не пойму, где весь тусняк-то? Что там? Что они ломают там? Ну-ка, надо вылезти на лестницу, глянуть. Нет вроде никого. Где-то внутри долбятся, да? Ну, тут у вас, ребята, это... Так, скушаем сразу вот эту штучку. И бинтик сразу. О, кстати, заживление ран быстрее будет, да? Да, на 10 минут. Бинтик на всякий случай. Да, что-то они как-то это полезли не в ту степь. О, попал как надо. Попал как надо. Главное самому туда не свалиться, а то это все сразу секирбашка. Я такое тут такое приготовил, а они туда ломиться начали. Ну, все, там еще или еще есть. Блин, да что ж такое-то? Что ж такое? Трижды сгорел уже. Че вы там все делаете? Как бы туда зашвырнуть-то? Чтоб самому не спалиться. О, надо поближе к этому краю брать. Говорят. Так, водички выпьем, просто водички нет. А, где-то у меня тут было смузи, где? А, во, использовать. Это минералочки жахну. Ага, он один пока там, ладно. Ух ты, чуть не упал туда. Все, нету там, да? Все, они теперь через этот пошли. Да, там колючая проволока. Задолбаетесь бежать, ребята. А чё, я могу и вот так, я уже приноровился. Что такое, блядь? Что такое? С следующего раза уже нечем тушить будет. Вот у меня есть ещё. Для потушения себя. Кофе, вода. Так, ладно, это пока разберем. Мешалось. И вот так. Шикардос. Там какая-то колючей проволоки понаставил. Так что хрен они доберутся до меня сейчас. Остается только стоять и подстреливать. И разбился. Ломанулись куда-то. Куда вы щемитесь, а? Куда вы там все лезете? А, просто типа крушить, ломать. Так, фонарик включить надо. Ага. Фонарик включили. Ну-ка. Шикарно. Что-то они ломают. Надо, блин, застроить внутренности этой базы. Чтоб они не залазили туда, в принципе. В общем, место хорошее, так вот их постреливать. Главное не свалиться. Так, еще туда коктейльчик. Ага, попал. Так, здесь у нас еще гости не лезут. Нет, они что-то...
под забором там. О, вон та хрень, я знаю, пуляется всяким нехорошим. Так. И вот так. Прям на голову им. Все. Пусть там горят. Так, сюда что, не ли никто, нет? Успокоились? Так, барон не видно. Должны пойти скоро. Ага, вон кто-то справа вижу. Надо что-то вроде мостика. Ух ты, кто он еще взорвался, что ли? Что-то типа мостика поставить, чтобы можно было выходить и сверху обстреливать их. Ну вот так вот. Неудобненько, конечно. Так, что там? Да, пиши. Место неудобное. Ну, вроде никто пока нет, не лезет. Ага, он. Да, типа выносных таких перил. Можно было... О, выйти. Байкеры там. Так, туда можно коктейльчик дать. Там трое их. Трое, это нормально. Да, винтовочка, конечно, вот эта однозарядная. Не особо помогает. Все равно. С дробовиком. Только издалека. Нормально. Так, вороны. Слышу. Где? Где чайка поганая? Угу. Все, минус ворона. Минус. Кто там? Стриптизерша. И еще одна давай. Головешку подставь. Так, ворон. Не видно. Куда-то делать уже, да? Что-то как-то мало. Как-то это. Я не чувствую угрозы. Ага. Вот вам, ребята, согрейтесь там. Блин, тут раз так красиво они по лестнице это лезли. Я что, зря строился, что ли? А-а-а, пиздец. Все. Отсюда мы не выберемся. Не выберемся отсюда мы. О, а что, кончилось? Кончилось? Ну, тут и кончилось. Они вон ломали куда, да? Кончилось все. Слушай, что-то как-то это... Так, что там для шины надо? Шина, ага. Блин, опять ногу сломала. Что за хрень? Использовать, сколько я там буду хромать? 35 минут. Ладно, добью остатки, полутаюсь, посмотрим, что нам выпадет там. В общем, пережили мы кровавую эту ночь, ничего особо не лутали, переломали все ноги. Так что я решил, пока не вылечусь, никуда далеко не буду отходить от базы, буду облутывать ближайшие дома. Посмотрю, что там. Блин, выпадет. Вот такой бы модификатор мне раньше выпал. Я бы, может, и не переломал себе все ноги. В общем, неплохо полутался, нашел вот книжки, какая-то... Мусор. Вы находите больше мусора. В мусоре, блин. Непонятно. Станции нашел. Две медкнижки. Какой-то Форт Байтс могу делать. Роботов книжка. Так, что это? Латуневые, наверное, ручки. Так, вроде петлизина латуни. Ага, латунь из чего-то, короче, научился добывать. Ага, вот для жезловка эта книжка особенная. Ловушки изготавливать. И так по мелочи всякого мусора. Скрыл контейнер этот с семенами. Получается 3 куба фермерских блока. Картофель, черника и алоэ вера. Пойду посажу. Заехал за аэродропом. Сейчас посмотрим, что у нас тут. О-о-о, ты. Так, у нас тут угрозы нету рядом никакой. Сейчас мы вскроем эти ящички. Так, во-первых, книжки, две на винтовке.
Хорошо, две на семена, ну вот так себе, две на пищу сойдет. А, открыть четырехкратный прицел. А, модификации поставим вместо вот этой штуки. Дробовик, дробовик, модификации поставим что? Глушитель. Ну, мне глушитель туда зачем нам надо? В общем, поставили складной прикат, а сюда прицел. И сейчас мы его испробуем. Ну-ка. А, зарядить там. Зарядить, ну-ка. Слушай, работает. Приближает. Даже попадаем. В общем, неплохо. Поедем выполнять задание. Так, залутал я полностью дом. Ну, неплохо у нас получилось. Книжка на транспорт, на лекарства. Три на инструменты почему-то. Урон копиями на 10%. Инструменты переработки. Нашел рецепт лопаты улучшенной. Семена здесь, ну и так, немножко патронов, всякие мерные стаканы, кастрюли и прочее. Ну, в общем, хлам. Ну, не буду я уходить сегодня, побуду в этом же городе, куда мне присылали по квесту, полутаюсь просто так, дома, а на следующее утро поеду, уже сдам квест и возьму следующий. Тут Мишка ломится в дом. Думаю, ну его нафиг с ним драться, попробую потихоньку свалить. Пусть он и дальше туда ломится. Нам оно не надо, биться с медведем. Тем делом поищу какой-нибудь полицейский участок, может быть, есть. Какой-нибудь оружейный магазин, типа такого. Что-нибудь, где можно прям залутаться хорошо. В общем, ничего ценного особо я там не нашел. Так, немножко книжек, немножко патрон нашел, торговый автомат. Купил там всякие дрожжи. И на взлом, по-моему, да, еще батончик один. Ну, там надо, блин, дохренелион патрон для дробовика, чтобы нормально лутаться, а с винтовкой неудобно. Так, что мне за задание дадут? Мачете, коктейль, пистолеты, два сокола. У меня все есть, возьму мачете, наверное, да? И... О, 300 метров, да? Нормально. Попробуем реквизировать. Так, кстати, у тебя патроны есть-то? На-на-на-на-на. Дробобовичок. Порох. Так, надо узнать, как порох делать. Тут мне интересно. Мне нужны патроны прям для дробовика. Так, что у тебя еще есть? Бита, кстати. Что я могу продать? Я могу продать... Охотничий нож, модификаторы всякие. Не особо. Так, коктейльчик оставим. Радиаторы на латунь, глушитель. Это удлиненный ствол. Глушитель. Тоже продам. Очки на стойкости не надо. У меня есть они. Мачете оставлю. Так, смотрим, что у тебя есть. Горнолыжная маска, ловкость, водолазка. Ничего не даст. Генератор. Ух ты. Что такое? О, можно к этот. Всякие энергии. Ох, пуховик. Пуховик. Слушай. У тебя ничего нету, возьму пуховик, наверное. Да. Берем пуховик. Так, а он вместо чего одевается? Вместо плаща. Модификации. Кармашек снимем. Модификации, кармашек один. Вот это да уже. Так, патрон у нас получается. Для дробаша. Фиг да нифига, да, вообще нету никаких патронов. Позитный лук есть какие-то, странно. Ну, в общем, ладно, пойдем попробуем до вечера успеть зачистить по зданию.